У меня все кастрюли всегда заняты. Вот. Какая-то мне сказали есть. И садик идти. Ох. С горчичкой. С майонезиком. Ешь котлетку? Ела? В школу задали макароны возить и снять процесс. Как ты их варишь? Подружки на маму ей звонит, говорит, кордон есть. А какой кордон? А что, говорит, я тебе ничего не сказала, что кордон надо на труды завтра. Я говорю, нет. Нам сказали макароны варить. А нам, говорит, кордон, я вон на заборе. Пробегись. Оторвешь где-нибудь. Ну, фанеру. Так я уже нашла его под другим писем. Офигеть. Две штучки съем, все. Совесть надо иметь. Я здесь не одна. Все вы думаете так на меня. Понятно? Мне кастрюлю надо. Есть кастрюлю. Останет меня со своими кастрюлями. Вон кастрюля. Ты сейчас варишь, все пригорит нахрен. Угу. Я в садик пошла. Я тебе сказала, когда я приду, сделаю. Скинь ссылку, где я макароны варю. А ты так там присутствуешь в доме. Я их там промывала вот так. Папа реально презентацию сделал, видео вставлю. Угу. Голову отрежь мне вот так. Свою поставь. Попить хотят, что ли? Что она хочет? Попить. Дай вон бутылку у нее на комоде стоит. Сюда. Ага, я думаю, она скинет, просит.